И вновь доброго времени суток, еще это канал Нокумис Парадокс, и это игра Ваншот. Мы продолжаем. Я решила уткнуть шприцом в пузырь. Так, мы наполняем шприц Нокумис. Я думаю, это похоже на воронку. Но жидкость может быть слишком густой, чтобы войти в иглу. Эй, она действительно вошла? Противно. Так, наполненный шприц совместить с бутылкой с дымом. Значит, я должен ввести жидкость через пробку, правильно, Нокумис? Как будто я доктор. Ой, я думаю, надо еще потрясти. Оно изменило цвет. Бутылка с кислотой. Использовать как можно скорее. Где тут? Где тут выход? Робать! Знаешь что? Я догадываюсь, что ты хочешь, чтобы я налил эту кислоту на мочилку, да? Хорошо, что у меня есть перчатки. Надеюсь, это сработает. Да. Хорошо, не двигайтесь, у меня нет другого выбора. Но я и не могу, собственно, двигаться, говорит робот. Вот. Как вам? Я могу снова двигаться! Спасибо вам! Я снова способен выполнить мою задачу! Куда бы вы хотели отправиться? Куда? В башню? Расчеты. Ближайшее место к номер к порт Глен, номер порт 1. Мои встроенные навигационные системы не налажены. Я должен признать, что это не очень хорошо. Это вообще не хорошо. В очередной раз я не могу следовать моему программированию. О, я чем-то могу помочь? В случае ошибки вы должны поговорить с главным инженером. Он знает, что делать. Главным инженером? А где главный инженер? Ты не знаешь, где главный инженер? Я не знаю, где главный инженер. Думать надо. Долго ли, коротко ли, но я шла сюда. Может быть, она тут главный инженер? Простите меня, мисс, я нашел робота, который может отвезти меня прямо к башне. Но у него есть некоторые проблемы, поэтому он сказал мне поговорить с вами. А, так она все-таки инженер, да? Ладно, в чем проблема? Он сказал что-то о своих системах навигации и что они сгорели. Так, навигационные схемы. Похоже на то. Я и Нокумис исправили все остальное. Есть кое-что, что это может помочь. У роботов есть возможность отслеживать материалы из своих источников. Голова болит. Если ты позволишь роботу использовать это, то его система резервного копирования должна активироваться. Ох ты. Какое симпатичное ожерелье. Из чего оно сделано? Янтарь был найден в глине. Это что внутри? А что это внутри в янтаря? Это про черный клевер? Это обычное растение в нашем мире. Оно также... я не уверена, смогу ли я расстаться с ним. Мое программирование говорит да, но я все еще чувствую, что конфликтую. А? Неважно. Ты должен закончить свою миссию, а это важнее, чем этот подарок на память. Держи. Ах, спасибо. Решила поговорить с ней еще раз. Перед тем, как я уйду, могу ли я что-нибудь сделать взамен? Тогда ты знаешь, как играть в шахматы? Да. Ну, вроде. Раньше я играл с некоторыми старшими детьми. Тогда ты сыграешь со мной в одну партию? Я имею в виду, я не очень хорошо знаю правила. Но я думаю, это наименьшее, что я мог бы сделать. Вы действительно хороши в этом. Спасибо. Это было встроено в мой код. А, так, каково это? Быть роботом и все такое? Я говорил с другими роботами, не все говорят что-то о программировании, коде и прочем. Даже вы сейчас. Иногда это трудно понять. Я знаю. Большинство роботов здесь не приручено. Приручено? Осторожно. Вот еще один... Вот и минус один мой слон. Приручение — это сложно. А? А как сложно, если уточнить? Вот и минус другой слон.
Я не могу объяснить, кем являются прирученные роботы. Но я один из них. Все остальные прирученные роботы были перемещены в другие регионы. Я не знаю, куда именно. А? Вот и нету маленькой лошадки моей коня. Ну да. О, а вы когда-нибудь были в других регионах? Я слышал, что есть еще два. В прошлом, да. У меня все еще есть данные и координаты воспоминания. Но я не знаю, насколько они верны. Мир может очень сильно отличаться от того, что я знаю. Потому что солнце исчезло? Нет. Я это уже сказала, да? Солнце, вероятно, не спасет мир. Разрушение началось еще до того, как солнце погасло. Внезапная смерть солнца была всего лишь переломным моментом, и все ускорилось. О, тогда я ничего не могу сделать. Шах. Что? Когда ваша королева попала туда? Единственное, что ты можешь сделать, это завершить свое путешествие. В некотором смысле, ты должен быть всего лишь вторым шансом для людей. Точно так же, как пустоши считались всего лишь вторым шансом для меня. Нет никакой гарантии, что все получится. Но шах и мат. Хорошо, я думаю, достаточно долго задержал тебя. Спасибо, что выслушал. Надеюсь, ты благополучно вернешься домой. Ах, спасибо вам. Мы поздоровались снова с роботом. Мы нашли робота, который может подвести нас ближе к башне. Вау! И спасибо за помощь с вопросами. Это означает, что выполнил свою задачу. Угу. Желаю вам удачи в путешествии. Ну да. Пошли сохранимся. Давно мы этого не делали. Давно это не делали. Где-то тут должно быть что-то, что может нас засейвить. О, вот. Оно? Не, оно, тут нет кровати. Что ж такое-то, а? Где-то же была кровать, и где, я не помню. Где-то же оно было, да? Так, ну допустим. Сейчас я поищу кровать. О, в доках оказалось. Я больше не сонная. Да? Да ты что, правда? Ладно, тогда давай отдадим янтарь. Ох! Это янтарь из Глена. Теперь я вспоминаю. Активация системы навигации. Настройка курса. Постойте. Эта лодка перегружена. Вам нужно оставить некоторые вещи здесь. Ох, ну я не думаю, что мне понадобится этот лом. Да ты что? Или этот противогаз и перчатки? Да ладно тебе, это же самые нужные и важные вещи в этом мире. Ну что ты? Особенно лом. Как без лома-то? Лом-то это святое, ну. Мы так страдали, чтобы его сделать. Это приемлемо. Мы можем отправляться. Поплыли. Ох ты, ни хрена себе, здесь ваша остановка, Глен. Спасибо. На севере должна быть деревня, но это все, что я могу отметить. Приятно знать это. Счастливого пути. Надеюсь, ваша миссия будет успешной. Вы уходите? Да. И должен вернуться к моей станции. Но вы снова будете все время одиноким. Все в порядке. Я не был приручен. Что значит приручен, а? Что это? Ох ты, ни хрена себе. Новости какие?
Не, давай обратно зайдем. То вдруг что-то важное упустим. А, важное ничего. Ладно. Пошли дальше. Какие у вас странные дома, ребята? Что здесь, что там, что тут? Что это? Не, пока на долгий мост не пойду. Начну тут еще исследовать. Что это? Было время, когда люди жили в этих руинах. Но в связи с отоплением большинство из нас переехали в менее стойкие дома. С отоплением? Да, земля стала хрупкой. Глина раньше была одним целым, знаешь? Но теперь это просто куча островов, которых становится все меньше и меньше. Банки полны светлячков. Это кровать, но больше похожа на матрас. Ты спать не хочешь, да? Пустой кувшин. Удочка. Теплые угли. Это рыбное рагу. Есть хочу. До сих пор здесь живете? Что типа того. Количество рыбы возле деревни уменьшается, поэтому мы, рыболовы, делаем здесь временное убежище. В этом есть смысл. Тем не менее, более глубокие руины заброшены какое-то время назад. Но я вижу, как иногда парочка детей выходит и заходит туда. Думаю, они до сих пор там живут? Заполнены маленькой высушенной рыбой. Сушеная рыбка. Что это? Ничего не клюет. Сочувствую, чел. Когда не клюет, это плохо. Кувшины заполнены маленькой высушенной рыбкой. Высушенной рыбкой. Ой, это кто? Я ловлю светлячков для мамочки. Ой, да на здоровье, господи. У тебя определенный круг, да? Ясно. Зацикленный человек. Так, тут мы были, там мы были, здесь мы были. Глубокие руины. Где глубокие руины? Эта девочка носится здесь, как угорелая. Алула? Алула, где ты? Знакомец, ты слышал это? Алула! Думаю, звук доносится с юго-востока. Так с юга или востока? Или таки с юго-востока? С юго-востока, наверное. Да, тут вариантов для... Ты кто? Ой, ты здесь. Ты не видела маленькую девочку? Она немного ниже тебя и... Погодите, это солнце. Вы наш спаситель? Я? Да, наверное. О, боже. Простите за мою грубость. А, все в порядке. Ты кого ты ищешь? Моя младшая сестра, она пропала на 3 дня. Я обыскал все, но как она выглядит? Она немного нежива, с длинные синие волосы, 2 синих пера на голове. Извини, я не видел ее. Где ты видел ее в последний раз? В задней части руин. Она сказала, что направляется в лес, поэтому я жду ее здесь. Я обыскал все. Ясно, найти Алулу. Квест принят. Квестус принятус. Абасаратус найдятус. Что это? Ведется сбор образцов воды. Ладно. Веди себе сбор образцов воды. Где же эта маленькая девочка? Смотри-ка, еще рыбак. Можем к нему подойти? Как-нибудь. Только он нам что-то интересное скажет. Это лучшее место для рыбалки, которое я нашел. Вся рыба, которую я ловлю здесь, длиннее моей руки. Повезло. Не всем так везет.
Давай идем дальше. В задней части леса говоришь, что она там забыла, твоя сестра эта мелкая. Интересно. Здравствуй, человек. Добро пожаловать в научно-исследовательскую станцию. Здрасте. Вас отправила доктор Сильверпойнт? Нет, я вместе с Ноукоменс. О, тогда продолжайте свой путь. А ты что скажешь? Робать. Приветствую, человек. Добро пожаловать в научно-исследовательскую станцию. Вас направила сюда доктор? Нет. Да, тогда прощайте. Что это? Как получилось, что ты красный, а не зеленый? Ну, больше фиолетового, чем красного. Но твои глаза и все остальное красное. Иди только для того, чтобы забрать образцы с этой недели. Я скоро вернусь на свою городскую станцию. Я понял. Я в процессе сборов мха. Круто. Да, короче, некуда. И все-таки это маленькая девчонка. Просто интересно. Здравствуй, человек. Это главный генератор Глена. О, но Коминс и я фактически исправили один из них вместе возле океана. Этот генератор нужно исправить прямо сейчас. Ну да, у вас, ребята, есть силовая ячейка и все остальное. Генератор. У него работающая батарея. Ау. Я только что ударился током. Так, и что мне с этим делать, говно? Непонятно. Пошли искать девочку дальше. То вдруг мы ее найдем где-нибудь. Это будет здорово, если мы ее найдем. Ух ты. А, Челик, здравствуй. Сестра твоя, конечно, веселая. Маленькая говняшка. Ух ты, что это? Проход ведь в глазах. Прекрасно. Что ты мне предлагаешь с этим сделать? Что это? Солнце. Вы держите его. Вы по пути к башне? Угу. Через эту стену можете войти в пристанище. Сначала вам необходимо написать свое имя в этом свитке. Ага. У вас есть ручка? Нет. Я потеряла свою. Возможно, вам следует осмотреть Глен в поисках другой. Здравствуйте, человек. Пожалуйста, обратите внимание на то, что руины ниже частично затоплены. Ох. То есть я не должен быть здесь? Нет непосредственной опасности. Использование этой территории в качестве жилища, однако, не рекомендуется. Не рекомендуется. Похоже на водопадье. Ох ты. Лозы блокируют путь. Чувствую, в этой игре самым полезным предметом будет ножик. Что девочку искать, а? Я тут домишку нашла. Привет. Здравствуй, живой человек. Привет. Я собрал двойное количество образцов воды. Хотите один? Мое программирование говорит, что органические существа нуждаются в воде, чтобы выжить. Ну да. Поэтому мне нужно предложить это вам. Ох, конечно, я возьму это. А ты? Бибоб, восстановление проекта по сбору воды. Ну ладно. Маленьких стеклянных пробирок с водой. Образцов воды! Ладно, ладно, образцов воды, так образцов воды. Мониторинг аномалии. Что это за штука? Аномалия. Что ж, да, но... Ладно, аномалия так аномалия, я что могу с этим поделать? Если у вас аномалия, значит у вас аномалия, я чё? Я ничего, я вообще здесь не при делах.
Мне вообще пора заканчивать видео. Это был канал Нукомец Парадокс, игра One Shot. Если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны, и услышимся в следующем видео. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. Просто-напросто. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока.